Сообщество профессиональных горожан решило оценить работу глав районов областной столицы. Решили далеко не ходить, начать создание администрации и окрестностей. Волонтеры с фотоаппаратами в руках выбрали самую ухоженную территорию Самары. По мнению активистов, это Красноглинский район. Его хозяину, главе администрации, вручили почетную грамоту. Секрет-то на самом деле простой. Мы стараемся работать честно. Глава города задачи нам ставят, слава богу, на русском языке, поэтому толкованию они не подлежат, и обсуждению также, да, они подлежат только исполнению. Все, что обнаружили гражданские активисты в районах Самары, можно лицезреть в интернете. Получилась целая памятка для руководителей на местах. Сообщество профессиональных горожан выбрало и аутсайдера. Последним в рейтинге благоустройства оказался промышленный район. Красноглинский район нас просто поразил. И через месяц после того, как закончился вот этот первая волна фотографий конкурс, мы также посмотрели район, чтобы исключить субъективные какие-то ошибки, и увидели, что ситуация абсолютно та же. Как был и остается самым чистым район Красноглинский, так остается самым грязным и неубранным промышленный район. Не просто на улицах, но и вокруг администрации. Составление рейтинга чистоты районов – не единственный проект добровольцев. Активисты уже собственноручно привели в порядок две стелы на въезде в Самару. И на этом останавливаться не планируют. Валерия Квасневская, Дмитрий Тарасов. События.